В наших странах куркуму стали использовать не так давно, вот, но тем не менее ее употребление специй, не только куркумы, но, допустим, имбиря, да, там, кориандра, корицы и так далее, оно набирает обороты, то есть нашим людям нравится употреблять, ну, пряно-ароматические растения и травы в пищу. Вот. Это хорошо, потому что все эти растения обладают широким спектром тоже биологических активностей. Они повышают устойчивость организма, омолаживающий эффект оказывают. Вот. А также путем осуществления генопротекторного воздействия на организм снижают риск возникновения раковых заболеваний. Да? Вот. Значит, что касается куркумы, то из корневища куркумы можно получить куркумин. Куркумин — это сумма трех куркуминоидов основных. Это сам куркумин, потом деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин. Вот они отличаются по своей химической структуре и несколько отличаются по интенсивности проявления своих антиоксидантных и генопротекторных свойств. Употребление в пищу вот этих куркуминоидов, например, в капсулированной форме, было бы очень полезным для организма, поскольку можно было бы каждый день, употребляя 1-2 капсулы, значит, защищать организм от ряда негативных факторов, воздействующих на него. Вот. Значит, проблема употребления вот этих куркумы и куркуминоидов, она как бы состоит в том, что у них низкая биодоступность. Вот. Значит, поэтому на данный момент ведутся работы по повышению биодоступности. Значит, это можно решить разными методами, вот, но одним из интересных методов является получение комплекса включения куркуминов с циклодекстринами. Циклодекстрины – это такие углеводные макромолекулы, то есть они состоят как бы из остатков глюкозы. Да? То есть, а глюкоза, ну, – это типичный углевод, который мы получаем с продуктами питания. Вот, они представляют собой форму бубликов таких, имеют внутри полость. Да? Вот в эту полость гидрофобные молекулы куркумина, которые водонерастворимы, могут встраиваться. И, соответственно, мы можем повысить водорастворимость куркуминов, как показывали лабораторные исследования, до 3-5 тысяч раз по сравнению с контролем, да? Что, соответственно, положительно скажется на его усвояемости. Вот. Поэтому вот получение новых форм, таких вот традиционно уже как бы используемых веществ, да, и соединений, которые будут отличаться своими физико-химическими свойствами и биодоступностью, это тоже перспективное такое направление, которое, ну, разрабатывается в нашей лаборатории.